وكذلك فإن النهي عن التفرق في قوله также الله سبحانه وتعالى запретил нам разделяться и сказал дальше продолжается аят كالذين تفرقوا то есть не будьте подобны тем которые разделились إشارة إلى ما حصل لغيرنا كما حصل لليهود والنصارى то есть в данном аяте الله سبحانه وتعالى указывает нам то что случилось с теми общинами которые были до нас как иудеи разделились на 70 течений النصارى и так далее وهذه الأمة يفترق أن تكون يفترض أن تكون واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون наша умма наша община она должна быть единой общиной Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал поистине это ваша община она единая община я ваш Господь и бойтесь Аллаха وكذلك فقد بعث الله الأنبياء بالاجتماع таким же образом всех пророков 124 тысячи пророков было, уважаемые братья. Из них 313 посланников. Аллах Субхану ва Тааля послал с тем, чтобы вместе верующие держались за верх Аллаха Субхану ва Тааля. Вахдату саф, чтобы в одном сафе были вместе. Поэтому, когда читаем намаз, друг к другу прислоняемся. Саф у нас один, кыбля одна, для того, чтобы мы вместе держались за верх Аллаха, не только в исламе, также в тех общинах, которые были до нас. Какой на это далиль? Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в Коране сказал, شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه سبحان الله سبحانه وتعالى сказал شرع لكم من الدين повелел вам الله سبحانه وتعالى сделал как шариатом вашей религии и то подобное он сделал тем общинам которые были до вас как Нуху عليه السلام И то, что мы тебе внушили, я Мухаммад, и то, что внушили Ибрагиму, Мусе, Иисе, ан акиму ддин, берегите религию, возрождайте религию, ولا تتفرقوا فيه, и не разногласьте, не разделяйтесь в религии. قال البغوي رحمه الله, имам Багави رحمه الله сказал, بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة. Поистине Всевышний Аллах Субхану ва Тааля всех пророков послал ради того, чтобы они стояли твердо на религии Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы были сплоченными, чтобы были в джамаате и ради того, чтобы они оставляли все то, что противоречит и все то, что разделяет верующих. وهكذا جاء النصوص السنة تأمر بالاجتماع وتنهى عن الفرقة والاختلاف فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا كسказал также посланник الله صلى الله عليه وسلم сказал поистине Всевышний Аллах Субхану ва Тааля довольствуется для вас трем вещам Первое, أن تعبدوا, чтобы вы поклонялись только одному Аллаху Субхану ва Тааля. ولا تشركوا به شيئا, чтобы Аллаху Субхану ва Тааля не предавали сотоварища, не делали ширк. И третье, أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, чтобы вместе держались за религию Аллаха Субхану ва Тааля и не разделялись. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. تعالى سكت بروك محمد صلى الله عليه وسلم держитесь جماعته. И ни в коем случае не разлучайтесь, не расставайтесь, чтобы у вас не было вот этого хиляфа, разногласия. فإن الشيطان مع الواحد. Поистине шайтан он вместе с одним человеком. А если двое, то шайтан от них дальше. И тот, кто хочет получить райские сады, то пусть придерживается джамаата, сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Также сказал имам Тахави, рахмуллах, «Ва нарал джамаа хаккан ва саваба, вал фурка зиган ва азаба». Поистине в джамаате есть истина, правда, а в разделении есть искажение и наказание. Ва кала шейх ал-Ислам, рахмуллах, «Вал хайру куллю л-хайру фи иттибаа салафа салих». والاستكثار من معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفقه فيه والاعتصام بحبل الله وملازمة ما يدعو إلى الجماعة والألفة ومجانبة ما يدعو إلى الخلاف والفرقة شيخ الإسلام رحمه الله сказал благо все благо заключается в следующем اتباع السلف الصالح следовать за سلف الصالح за صحابами за сунной пророка Мухаммада صلى الله عليه وسلم больше познавать религию Аллаха изучать хадисы посланника Аллаха, понимать религию Аллаха Субхану ва Тааля и вместе держаться за верх Аллаха и все делать ради того, чтобы приближало нас к джамаату и не разделяло. И отдаваться, отдаляться даже от тех малейших сомнений, что может нас разлучить.